Здесь серьезные ребята живут. И, как нетрудно догадаться, среди них есть русские. Не буду называть фамилии, но это практически очевидно. Русские везде все скупают. Хафен Сити. Дорогущий район. И, конечно, он, наверное, самый особенный в Гамбурге. Это всего лишь Марко Поло Терраса. А ведь здесь еще столько всего. Сан-Франциско. А, в стиле диско. Вообще мне эти краны напомнили лучшие или не лучшие времена микрорайона Северный. Когда-то я там насчитал 40 кранов. Ну, здесь, конечно, поменьше, но если мы берем весь Хафен-Сити, то, конечно, здесь больше. Станция метро ЦСКА. Так же сделано, как и металл. Сдали 4 банки от пива, получили 1 евро, и мне говорят, покупай, что хочешь. Вот я решил, сейчас весь магазин куплю. Рислинг полусухой, иногда можно и выпить. Кстати, вот этому экскаватору тоже рислинг бы сейчас не помешал. Он в воде. Ну, мне очень понравился дизайн вот этой бутылочки. И название как будто что-то богатое там. Богат маслом.